портал по обучению финансов. Ребята хотели, хотели за этот хакатон в формате этого хакатона сделать элемент продвижения себя. Правильно я понимаю? Еще много всего сделали уже даже. У тебя 3 минуты, много рассказывать не получится. Человеческая особенность уха после 120 герц вообще не разбирает слова. Так что не говори. Я могу тебе класс. Значит, твой логотип, Дройдер. Дройдер inspired financial activity. Дройдер is content publishing platform with a risk investments. Внимание привлек. Щодня переглядаємо різноманітний контент з різними цілями. Розважатися або чогось навчитися. Тепер на цьому можна заробити. Дройдер – це медіа, Дройдер – це фінанси, і також Дройдер – це елементи гри. І лише посередині – це є наша платформа. Три основні моменти для Дройдера – це контент паблишинг, який проводять журналісти Risk Investments, це для інвесторів, і Marketplace – це для телеканалів. Система. Кожного тижня формується випуск. В межах однієї категорії, який включає від 3 до 5 відео. Активний глядач, надалі ми його називаємо Дройдер, інвестує в отриманий матеріал $1 з метою отримати прибуток. Перемагає сюжет, який отримає найбільше інвестицій. Структура – 10% від кожної інвестиції йде журналісту або медіа-креатору, паблішеру, 10% отримує платформа, і 80% цього пулу розподіляється між інвесторами, які інвестували правильно. Як це можна подивитися, якість контенту. Якість контенту у нас дуже зросла. Ми цей слайд пропустимо, бо це ціла минута, якої у нас немає. У нас вже є новий дизайн професійний, тому що перший дизайн зробив я. І я розумію, що я не дизайнер. Який ми модулюємо і... Далі. Кількість інвесторів. На початку 7 інвесторів, 36, зараз у нас 157 інвесторів в останньому активі. Що ми зробили на хакатоні? Ми зробили першу інтеграцію оплати криптографії біткоін, щоб вам показати, як це людина бачить це. І потім у нас случилось таке, ми отримали перший реальний інкам. Перші 10 центів ми заробили. Ми це взагалі круто. Також ми запустили експеримент з стрім-контентом, який вам всім тут роздавали. Бюджетні терміни ми пропускаємо. Задасте питання команда. Іван Дубровін відкрив 5 підприємств в Україні, Європі, США. Всі вивів на позитивний інкам. Діма, він був добре з 20 кандидатів в нашій асистент. Володимир Ткачук работал в материалайзе, делал вам сердце. Оп, из Китая открыл. Валерий, ну и я тоже умный. Вопрос. Это система обучения. То есть ты сейчас в тренде. Какие вопросы? На кого рассчитана? Кто та же аудитория?
целевая аудитория кто? Целевая аудитория, у нас есть разные категории, которые анализ мы проводили. Вот, например, категория «Украина культура», она больше всего интересна людям 45-54. Категория «Украина тех» больше всего интересна 25-35. То есть фактически это зависит от контента, а не от платформы. То есть если это молодежный контент, это интересно молодежи. То есть только платформу, да, саму делать? Контентом вы не занимаетесь? Мы подписываем журналистов, то есть журналисты делают контент, и они передают лицензию нам, то есть мы владеем этим контентом, и потом мы его перепродаем телеканалам. А почему система обучения? Чему она учит? Система учит не бояться. Система учит, система учит слову investment. Система, да, система учит словарю. То есть ты узнаешь слово investment, ты узнаешь слово ROI, ты узнаешь слово контракт. И мы не обучающие, а мы поняли, что мы все-таки inspire financial activity. То есть мы даем им возможность узнать, что это такое есть, вообще investment, и потом прогуглить, почитать, а как это работает в других масштабах. Оно больше похоже на такой гэмблинг или там тотализатор. Хороший вопрос. Мы в процессе получения No Action Letter от Департамента юстиции США. Это фактически они признают нас, что мы не гэмблингом. У нас есть конкурент, это Predicted. Они уже получили и работают на рынке США близко 2 лет. У них система чуть-чуть другая, у них это они предиктят вероятность того, что выиграет Обама, вероятность того, что выиграет Клинтон, то есть это политические предикты. У нас контент. У них тоже платный сервис? У них тоже люди вкладывают реальные, там реальные деньги, там объемы доходят до $1 миллиона в год. Это когда вот Трамп пошел, когда решалось, Трамп будет или не будет дать республиканцам, объемы там были $1 миллион в год на вот на контрактах по Трампу. Ключевой вопрос. Люди вкладывают свои, делают ставки или нет? Люди инвестируют. Нет ставок. Это общий объем ставок, он не отличается от общего объема собранных денег. Это ставки. Тут нельзя уйти в какой-то мир. Классический катализатор тоже. Деньги вкладываются в том объеме, в котором ставки поставили. Дальше они распределяются между участниками. Хороший вопрос насчет того, что чем я отличаю тотализатор от рынка, это следующими параметрами. У рынка есть социальная функциональная нагрузка, то есть он приносит пользу. Вот, мы приносим пользу тем, что мы проводим хороший контент и финансируем журналистов, это польза. Следующее отличие, что ROI у тотализатора всегда меньше единицы. Так, ты уже в тотализатор залез, это какая-то специфическая штука с контентом. Последний вопрос, Сергей, с прошлой инкубации в заменке 1991, наверное, что-то интересное задал. Да, первое, сколько у вас сейчас костов, и сколько вам нужно денег, чтобы держать много костов? Ты уже инвестор? Еще раз, сколько у вас сейчас костов? Серверов? Хостов в смысле посетитель. У них сколько заходит людей, да, и сколько вы можете сейчас держать, и сколько вам нужно денег, чтобы держали хотя бы там полмиллиона. На чем архитектура построена? Хорошо, то есть. Если вам даем денег, что вы успокоим чемоданы? Много вопросов. Давайте. Один вопрос. Сколько хостов сейчас посетителей? И сколько вам нужно держать? То есть сколько посетителей это вы могли видеть? Количество инвестиций у нас было за каждую неделю. Еще такие данные мы узнали. У нас, по-моему, около 2000 всего посетителей. Google Analytics что показывает? У нас Facebook Analytics. Вот, он показывает 600, по-моему, monthly active. Спасибо. А это очень такая. Спасибо тебе, у тебя ноутбук даже сел. Видно, что работали всю ночь, ребята. Интересная очень тема, как для меня, я просто с несколькими проектами в Киеве знаком, обучаю.